В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы вспомним основные события прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Новые подходы для развития территорий в новых экономических условиях. Такова генеральная идея выступления губернатора Ненецкого округа перед главами муниципалитетов на Высшем совете. Он прошел в четверг. Игорь Кошин сделал акцент на трех направлениях, которые были заданы президентом Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию. Это развитие малого и среднего бизнеса, сокращение неэффективных бюджетных расходов и передача части государственных полномочий некоммерческому сектору. Причем это должно внедряться как на уровне региона, так и муниципалитетов. Свежее молоко для всех жителей Неси и 7 новых рабочих мест. Глава Канинского сельсовета Галина Александровна рассказывает о достижениях поселения в части развития малого и среднего бизнеса. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства закупил оборудование на переработку, потому что вторую вот, партию молока вечернюю они все-таки перерабатывать хотят, потому что и требуются и сливки, и йогурты тоже спрашивают. Но и есть планы по увеличению поголовья. Успехи в этом направлении есть и в Тельвиске. Фермер взялся держать не только коров, но и кроликов, кур, гусей. Пополнение в семье буренок дает возможность вывозить молоко и в Наринмар. Еще один потенциальный фермер в Тельвиске собирает документы на открытие хозяйства. Третий пока думает, есть ли смысл регистрироваться. Он боится чего-то. Он говорит, я сейчас зарегистрируюсь, буду получать субсидию. Я говорю, а что плохого в этом? Будешь развиваться. Вот. А вдруг я, мне же нужно будет потом налоги платить. Я говорю, пока там налоговые каникулы есть. То есть ты, с учетом того, что это молоко разбирать будет 100%, и город рядом, то есть можно будет реализовывать в городе эту продукцию, и в городе тоже будут забирать это, точно знаю. Но пока не соглашается. Какая нагрузка, помимо отчислений во внебюджетные фонды, ложится на плечи предпринимателей, пояснил Олег Белак. Если после окончания налоговых каникул, если у него по виду деятельности стоит сельское хозяйство, он подтверждает, что у него в структуре выручки не менее 60% является сельхозпродукция, у него налог общий составляет 6%. Реальные производители сельхозпродукции есть сегодня и в Андиге. 3 коровы дают возможность пить свежее молоко не только в деревне, но и на Эльминомносе. На Высшем совете при губернаторе фонд поддержки предпринимательства договорился о тесном взаимодействии с Великовисочным и Тиманским сельскими советами. Там есть желающие открыть мини-фермы. По словам Игоря Кошина, именно развитие малого и среднего бизнеса на сегодняшний день является точками роста для региона. На сегодняшний день, значит, молочку завозим. Мясо завозим, рыбу и ту привозим, картофель завозим, овощи все завозим. В этом же вся наша проблема. Ведь посмотрите, что происходит по другим субъектам и по другим муниципальным образованиям. Там все живут на своих ресурсах. А дотации и субсидии получают на те полномочия, которые связаны с культурой, образованием, спортом. Если производители поставляют свежую продукцию на сельский рынок и создают новые рабочие места, некоммерческие организации станут хорошим подспорьем в части оказания социальных услуг. Это направление в селах только зарождается. В 2016 году были открыты 3 некоммерческие организации в Индиге, Тельвиске и Великовисочном. Они занимаются организацией досуга, созданием условий для занятий спортом и физкультурой. Однако необходимы организации, которые бы обслуживали на дому, работали с инвалидами, неблагополучными семьями и детьми. Среди желающих заняться этим направлением – Красный Крест, Центр «Радуга жизни», Клуб скандинавской ходьбы. Я бы вот хотела, чтобы я могу неделями у вас жить, да, обучить лечебной физкультуре, адаптивной физкультуре, с инвалидами проработать, по оптимизации питания информацию дать, как питьевой режим соблюдать, чтобы не в больнице человек шел, да, чтобы он жил. Чтобы получить средства за оказание услуг, необходимо зарегистрироваться и быть внесенным в реестр поставщиков социальных услуг. Губернатор поручил главам поселений провести анализ потребностей сельских жителей в социальных услугах. Эту работу необходимо провести до 1 марта 2017 года. Результаты исследований позволят органам региональной власти более точечно внедрять механизмы поэтапного доступа НКО к оказанию соцуслуг населению. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север».
Кабинет министров поощрил самые успешные регионы. На уходящей неделе Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей тем субъектам, которые достигли наибольшего успеха в деле социально-экономического развития. Так, самыми передовыми и успешными в области поднятия уровня жизни и социальной обеспеченности своего населения стали Ненецкий округ, Тамбовская и Ленинградская области, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. В соответствии с распоряжением правительства Ненецкому округу выделено почти 350 миллионов рублей дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета. Всего подписанным документом распределяются федеральные дотации для 20 субъектов федерации, которые в прошлом году показали лучшие результаты по темпам социально-экономического развития. Эти темпы оцениваются, исходя из комплекса показателей, прежде всего показателей роста собственных доходов и объема инвестиций в основной капитал. Кроме того, учитывается демография, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы, доля учащихся и так далее. 20 регионов, которые предлагается поощрить дополнительными дотациями, действительно поработали над решением этих задач, отметил Дмитрий Медведев. Ненецкий округ, с одной стороны, повышает эффективность своих расходов, а с другой нуждается в федеральной помощи из-за выпавших на треть нефтяных доходов. Для дальнейшей оптимизации расходов дефицитного бюджета на заседании администрации округа одобрили предложение о приостановке в 2017 году ряда дополнительных социальных выплат. При этом главный ориентир – принцип нуждаемости и адресности – сохраняется. Вместо замороженных выплат предлагаются альтернативные варианты социальной помощи. По предложению департамента, выплата досрочной окружной пенсии работникам образования будет сохранена в случае, если является единственным источником дохода человека. Компенсационную выплату в 50 тысяч рублей многодетным семьям при рождении четвертого и последующего детей предлагают заменить на возможность обналичить часть материнского капитала, эквивалентную этой сумме. Вносимые изменения убирают дублирующиеся выплаты для граждан, которые потеряли одного или двух родителей в военных действиях СССР с Финляндией, Японией или Германией. Она составляет 3000 рублей. Под эту категорию попадают около 300 человек – труженики тыла и дети войны. При этом те из них, кто рождены в период с 1941 по 1945 годы, дополнительно получают из бюджета НАО каждый месяц по 7 тысяч рублей. Всего это 258 человек. Им предлагается сделать выбор между двумя ежемесячными компенсационными выплатами и получить одну из них. Еще одно изменение касается окружных доплат к пенсиям в размере 2708 рублей и 3100 рублей. Профильный департамент предлагает оставить эту меру соцподдержки тем пенсионерам, чей среднедушевой доход не превышает 29 тысяч рублей, полуторакратную величину прожиточного минимума в Ненецком округе. В сложных экономических условиях Ненецкий округ сохраняет льготное обеспечение лекарствами граждан в возрасте от 60 лет и старше. В Ненецком округе появятся субсидии частным детским садам. Данная мера направлена на то, чтобы разгрузить очередь в государственные дошкольные учреждения. На сегодняшний день в окружной очереди в детские сады стоят 505 человек от полутора до трех лет. Из них 390 городских ребят. Субсидия будет предоставляться частным детским садам при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Одним из первых садиков, который сможет претендовать на получение субсидий, станет частный детский сад, который разместился в районе старого аэропорта. Совсем скоро для городских детишек от полутора до трех лет распахнет двери частный детский сад по улице Аэродромная. История этого детского сада началась почти два года назад. Именно тогда учредители общества с ограниченной ответственностью Садко Дарья Ружникова и Ирина Атьянова выкупили участок земли и начали возводить здание. После заявились на окружной конкурс грантов и выиграли его. 1,5 миллиона рублей грантовой поддержки оказались хорошим подспорьем. На эти средства были закуплены инвентарь и оборудование для уличной детской площадки. В настоящее время детский сад уже работает, но пока только в ограниченном режиме. Это связано с тем, что предприниматель находится на стадии получения лицензии и в данный момент оформляет необходимые документы для получения санэпидемзаключения и заключения по пожарной безопасности. Группа детский сад работает, как я уже сказал, в ограниченном режиме и предоставляет услуги по временному пребыванию детей. В настоящее время максимальное количество детей, которые находятся в частном детском саде, порядка 10 человек. Когда садик получит лицензию выйти на проектную мощность, в соответствии с заявленными документами на получение гранта, который представлял предприниматель, в детском саду будут размещаться 25 человек. Две группы
различных возрастов. Как только лицензия на осуществление образовательной деятельности будет получена, предприниматели смогут рассчитывать на еще одну весомую окружную поддержку – субсидию частным дошкольным образовательным организациям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Ее планируется ввести с нового года. Субсидия предназначена частным детским садам. Она предусматривает определенную сумму средств из окружного бюджета в порядка 1 600 000 рублей на год на две группы. Первый момент, на что предоставляется субсидия, это оплата труда, это приобретение материальных средств, это игрушки, учебные пособия. Данную субсидию частные дошкольные образовательные организации не могут потратить на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Кроме частных детсадов, такой окружной поддержкой с нового года могут воспользоваться и частные организации, имеющие право заниматься образовательной деятельностью. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Центр занятости Ненецкого округа создал мобильную бригаду, которая будет регулярно выезжать к инвалидам с целью содействия трудоустройству, профориентации и социальной адаптации. Такое решение принято в целях выполнения поручения министра труда и социальной защиты Максима Топилина, согласно которому доля трудоустроенных инвалидов в текущем году должна равняться 40% от числа трудоспособных граждан этой категории, проживающих в регионе. По этому показателю Ненецкий округ стал 3-м по Северо-Западному федеральному округу и 9-м по стране. Но проблема трудоустройства все же остается одной из самых острых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дипломированный юрист Виталий Хабарух вытянул поистине счастливый билет. Всего полгода ожидания, и молодой человек уже работает в МФЦ. Так оперативно устроиться на работу ему помогли в обществе инвалидов. Ну, на самом деле, приняли меня здесь просто замечательно. То есть все, какие малейшие вопросы возникают, все сразу же объясняют, все, одного не оставляют, то есть сразу же выделили место в школу. Это такой, ну, маленький, но очень приятный фактор. То есть постоянный контроль. То есть ты не остаешься один, тобой постоянно есть наставник, который тебе всегда поможет и подскажет. То есть в плане именно вот адаптации я не испытываю абсолютно никаких сложностей. Всего 3 дня обучения, и молодому человеку уже есть чем гордиться. За 3 дня наставничества Виталий зарекомендовал себя с положительной стороны, а также справляется со всеми возложенными на него обязанностями. С января Виталий будет работать в городском МФЦ инженером-инспектором. А пока основной своей задачей молодой человек считает оправдать тот лимит доверия, который ему был оказан, и философски смотрит на проблему трудоустройства многих инвалидов. То есть совершенствоваться как человеку. То есть, допустим, выучился ты на профессию, которая по каким-либо причинам не пригодилась в округе, или ну, не получается у тебя освоиться на данной работе, тогда ты имеешь полное право выучиться на что-то новое, освоить какие-то новые навыки. Возможно, это даже окажется более ближе тебе, чем тем, что ты занимаешься сейчас. То есть, как я говорю, главное – это понимать, чего ты хочешь, и реально оценивать свои возможности. То есть, как правило, не сидеть на месте, работать с целью того, чтобы чего-то достичь. Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. Почти 72 миллиона человек, или 94% трудоспособного населения, сегодня имеют постоянное место работы. Но порой получить заветную запись в трудовую книжку не помогает ни диплом, ни наличие стажа и опыта. Люди с ограниченными возможностями сегодня зачастую ограничены лишь возможностью трудиться. Проблема трудоустройства остается основной для инвалидов в Ненецком округе. И это при том, что в регионе действует программа квотирования рабочих мест. Она обязывает работодателей квотировать рабочие места для определенных категорий местных жителей. В 2017 году не менее 40% от количества вакансий, возникших в текущем году. В 2018 – 45%, в 2019 – 50%. Но помимо обязательств у работодателей есть и привилегии. Предприятия, которые устраивают у себя людей с ограниченными возможностями, получают материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и на оборудование специальных рабочих мест. Это компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида. Она составляет 90 030 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас
оснащено 5 рабочих мест для инвалида, и работодатели получили эту компенсацию. И еще 3 работодателя дооснастили рабочее место инвалида с такой же компенсацией. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В этом году у нас 11 работникам-инвалидам компенсированы затраты работодателю. Такие привилегии, безусловно, повышают заинтересованность работодателя в принятии и сохранении места за инвалидом. По этим показателям наш округ на 3-м месте по Северо-Западному федеральному округу и 9-й по стране. В настоящее время в регионе обеспечены работой 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали НАУ в этом вопросе только субъекты с самым масштабным рынком труда в Северо-Западном федеральном округе. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Ненецкий округ находится на 3-м месте в стране после Байконура и Чукотки. В течение года в Центр занятости населения Ненецкого округа обратилось 54 человека с ограниченными возможностями здоровья. 10 из них проживают в сельской местности, 44 в городе и поселке Искателей. Из них 9 человек было трудоустроено, а 31 зарегистрирован в качестве безработных. И мы на практике видим, что работодатели, начиная понимать, что государство их какой-то такой немалой степени поддерживает, оказывает им помощь, они тоже стараются сохранить рабочее место, и если даже, а бывает часто, инвалид и увольняется, готовы принимать на это рабочее место другого, незанятого инвалида. Так как нашему герою Виталию везет далеко не каждому. Бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают в трудоустройстве без объяснения причины. На этот счет у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приеме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учетом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики – это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определенной специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. В случае отказа от трудоустройства необходимо руководствоваться стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятыми Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году. Здесь четко указаны общие нормы содействия занятости и запрет на дискриминацию. Перенимая опыт мастеров с использованием современных методов, так обучают ненецкому языку в школе поселка Красное. В рамках Дня ненецкой письменности 2 педагога дали открытые уроки для учителей родного языка со всего региона. В числе слушателей была почетный профессор педагогического университета имени Герцена, ведущий специалист по ненцеведению Мария Бармич. Свое экспертное мнение по итогам уроков и перспективой развития самодийского языка профессор рассказала нашему телеканалу. Назвать число 435 и 812 по-ненецки – задача не из простых, но пятиклассники Красновской школы щелкают сложные числа, как орешки. На уроках ненецкого языка Валентины Ивановны Хатанзейской глаза учеников горят. Еще бы! Две команды мальчиков и девочек соревнуются между собой. Интеллектуальный бой посвящен известным местам родного округа, ненецкой лексике и произношению. Все задания на мультимедийном проекторе и в игровой форме. В первую очередь нужно обратить внимание, что когда преподаешь предмет, чтобы увидеть, а хочет ли ребенок. И если он желает, то, наверное, дать ему работу посильную, чтобы не загружать его чем-то таким вот непонятным, сложным. А он ищет то, что пока полегче, а потом уже он сам заинтересуется.
Педагогу необходимо заинтересовать всех детей, а не только представителей коренного населения. В школе поселка Красное ненецкий язык изучают с 1 по 9 классы. Один урок родного языка и литературы, плюс краеведение и внеурочные занятия по культуре. Итого 3 часа в неделю. Ребята успевают познакомиться с разговорной речью, особенностями произношения, грамматикой языка. Очень рада вашей плодотворной работе, что вы на уроках используете новую программу. Это замечательно. Еще хочу отметить, что дети много знают и хотят изучать ненецкий язык. Свободно говорящих и понимающих ненецкий язык сегодня в школе практически нет. Педагоги говорят, истоки владения языком лежат в семье. И это сразу заметно. На уроке в Учейской Просковье Ивановны один из самых активных учеников Гера Остальцев. Он живет с бабушкой и дедушкой, которые говорят между собой на ненецком. Их диалоги внук не понимает, но желание освоить родной язык есть. Ты бы хотел, когда они говорят, понимать их? Да. Что ты для этого будешь делать? Словарик куплю. Сам почему-то я словарик поищу. Буду это переводить. Возможно, Гера еще не знает, что именно Санкт-Петербург – один из центров исследований самодийского языка. На протяжении полувека в педагогическом университете имени Герцена научной работой занимается Мария Бармич. Почетный профессор знает и всегда повторяет – ненецкий язык красив и многогранен. Вот это слово «нани» – это очень такое объемное, это многозначное слово «нани». Хотя так официально дается «нани» – это «опять». Ну, это само название слова «нани», вот «нани второго». Это не просто «опять здравствуй». Это «нани» идет «дальше здравствуй», «дальше будешь жить», «дальше идет к какому-то светлому, нужному, большому «нани» будет появляться». За более чем 50 лет преподавания в Институте народов Севера Мария Яковлевна создала около 140 научных работ, 37 учебников и учебных пособий. А совсем недавно, в год юбилея института, закончила одну из самых важных своих работ – выпустила русско-ненецкий словарь. Говорит, ненецкий язык очень богат, материала хватит еще на 5 словарей. Ну, конечно, он будет развиваться за счет заимствованных всяких, наверное, со всех языков, потому что мы окружены многими народами, конечно. Ну, заимствованный язык тоже хорошо, тоже пополнение языка за счет заимствований. Ну, будут оформляться нормами ненецкого языка все заимствованные слова. Так что я думаю, что язык наш будет еще далеко-далеко развиваться. По данным статистики, за последние десятилетия ненецкое население в России увеличилось. Исследователи считают, этот факт вкупе с семейным возрождением родной речи поможет самодийскому языку еще не одно десятилетие звучать на просторах тундры и в школьных классах. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Вы смотрели программу «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю.